В ваш остров. Yes. Да. It's my. Мой. Зачем вы сожгли наш дом? Нас могли убить там. Нет. Это бред. Пожалуйста, вставайте! Что? Нам надо уходить отсюда! Что там? Беда! Уходите! Что? Надо! Вставай! Какая беда? Вставай! Что? Дети, поднимайтесь, уходим! Что? Да уходим, что уходим! Случилось? Давай! Беда! Чего опять? Какая беда? Беда, ну вставайте! Ну скажите, что? Что? Беда. Что вы увидели? Уходите, надо! Да что случилось? Беда, расскажи беда. Толком! Катя! Что стряслось? Нет. Боже мой! Катер! Смотрите, катер! Нет! Паш! Не надо! Стойте! Стойте! Нет! Нет! Сюда! Не надо! Сюда, скорее! Стойте! Стойте! Нет! Держи! Смотри! Сюда! Сюда! Теперь для нас все закончилось. Успокойся! Чего плакать? Радоваться надо! Ура! Ура! Сюда, скорее! Здесь, смотрите! Ура! Ура! Для 12 человек маловато. Чего? Назад! Все назад к лесу! Назад! Привет! Все уходим! Что они делают? Стреляют! Давай, давай, давай! Давай, вперед, вперед! Стой, стой, стой! Аккуратно! Меняй слева! Сюда, сюда! Давай, давай, давай! Давай, прыгай. Чуньё? Чуньё, нам нужен только клад. Ты? Ты здесь, мы уходим. Следи за морем. Давай, 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 давай. Да брось клетку-то свою! Ну. Ну что, все живы?
Перекличка. Первый. Паша, второй. Третий. Четвертый, пятый. Шестой. Седьмой, восьмой. Девятый. Десятый. Одиннадцатый. Двенадцатый. Если не скажи, где сокровища, я начну их убивать. Ты дорого за это заплатишь. Ты глупее, чем я думал, Чуньё. Не церемонься с ним. Давай вперед. Геройствовать, а? Что делаем? Давай туда, в кусты. Взяли? Давай. А ну, пацаны, ребята! Осторожно! Ребята, пошли, пошли. Чё стоишь? А ну, давай. Давай, 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 давай. Куда дальше? Они там. Чуньё, русские вам мерещатся за каждой пальмой. Что? Испугался крика попугая в джунглях? Я знаю, что вы меня слышите. Я вернулся. Мне нужен клад. Я привез с собой вашего друга Чуньё. Если вы не выйдете, я сейчас вышибу ему мозги. Требует клад. Если мы не выйдем, он убьет Чуньё. Считаю до 10. Я пошла. 1. 2. Мне надо выйти. Ведь говорил же, брось свою клетку. 3.
4. Hold. 5. Ha. 6. 7. Окей. Хорошо. It's just me. Это я. And my parrot. Это мой попугай. Hello. Darling. Здравствуй, дорогая. Really? Не шутишь? Рад тебя видеть. Oh, really? Yeah. Правда. I dream about я тоже too. Рада yeah. встрече. Не сдохнется? Нормально. Это мой друг Рой. Лай. Nice to meet приятно you, познакомиться, Рой. Yeah. Она рада с тобой познакомиться. Where are you friends? А где твои друзья? You need my friends. Где мои yeah? друзья? Oh, they run они away. Разбежались в разные стороны. And you can't ты не сможешь их поймать. Not that. Я думал, blue eyes. Голубые глаза Dunster. Не врут. Убери от нее руки! Уберите руки, я сказал! На колени. Чего? На колени. На колени, быстро. Я инь. Хорошо. Я инь. Хорошо. О, падла. Ну, на тебе, на колени. Заткнись. Все. Ты чего? Давай беги, прячься. Выходят все с поднятыми руками. Нет, нельзя. Живей! Двигайся, я сказал. Садись. Одного не хватает. Где еще один? Если кто дернется, стреляю без предупреждения. Шутки кончились, Чуньо. Сокровища, либо их жизни. Отпусти их. Они не знают, где я спрятал сокровище. Сейчас мы это проверим. Тхе. Подождите! У подножия горы, недалеко от пещеры. Как там у тебя, Эк? Все чисто. Хорошо. Мы идем за кладом.
Понял. Поздравляю. Конец связи. Не стреляй. Не надо. Не убивай. Не надо. Угадалка. Ну вот и все. Андрюха, поосторожнее. Берешь гранату, зажми скобу. Развязывай веревку. Зажми скобу. Не отпускай. Всем! Что делать? Держи скобу. Не отпускай. Андрей. А? Сюда иди. Зажми ему пальцы. Давай через не могу. Давай чуть-чуть. Лиза где? Че, не у Лизы в заложниках? Пошли туда. Я сейчас. Поосторожней там! Уже рядом. Зарытый здесь.
Ты что так шумишь-то? А я думал, ты все с концами. А, Лиза где? Видимо, там, где чуть не уклад закопал. А это где? Зато теперь у нас есть катер. А? Назад. Ради этого стоило. Ты был прав. Пристегни его к сундуку. Пускай несет. Без резких движений. Ну что там в Москве? В смысле? Как погода? Снег. Такая? Хе. Решай с ней. Лучше оставить в заложниках. Может быть полезной. Нам не нужны свидетели. Решай. Хорошо. Готов? Прошлый век. Железка. Я же говорю, что есть еще один. Одним больше, одним меньше. Дай. Согласен.
Жирная, тупая скотина. Ты будешь следующий. У нас увели лодку. О чем ты? Как это могло произойти? Эк! На меня напал белый. Я понял. У меня двое заложников. Иди в направлении скал. Я двинусь к тебе навстречу. Я понял, отец. Пойдем, милая. Вставай. Вперед. Давай, давай. Что ты имеешь против? Вперед. Вперед. Вот так, дыши, дыши, говори, говори, сейчас, подожди, 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 сейчас. Паша! Тихо, тихо, сейчас, сейчас я приду, сейчас, сейчас башки я сделаю, сейчас башки сделаю, сейчас. Эй, Паша! Сейчас, сейчас, сейчас приду, сейчас я башки сделаю быстро. Мы уже на склоне. Идем к берегу. Окей, па. Хорошо, отец. Чего тебе дома не сидится? Спасибо.
Все хорошо, все. Сейчас все. Стой. Все, уже позади. Все. Все, 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 все. Все в порядке. Прячьтесь, бегите. Отец! Отец! Стоять! Вам не жить! Туда! Сюда, давайте! Руку, руку, руку! Лиза! Еще быстрее. Мой хороший, мой любимый. Пишет, что любит меня. Значит, ждет. Сама говорила, родных не выбирают. Меня Генка тоже ждет. Граммофон ему везу в подарок. Но отремонтировать надо. Пострелили гады. Петя,
Еду принесли. Давай, поешь. Пирогов твоих хочу. С картошкой? И с брусникой. Вот придет ли это? Я тебе напеку и с брусникой. А сейчас что, зима? У нас зима. Жалко Коклюша. Его зовут Эдик. Эдуард Викторович. Скажи, а что ты делаешь в пятницу в 7 часов вечера? Я? Нет, бабушка твоя. Прием, прием. Докладываю. Русские туристы и офицер Чуньо находятся в безопасности. Как вы себя чувствуете? Нормально. После этого мы все вместе ушли. Можно тебя попросить? Говори. Спроси у нее. Она замужем? Понравилось? Как сказать? Если понравилось? Да нет. Если понравилось, скажи и сам. Если бы не Андрей, мы бы все погибли. Это точно. Он нас спас, понимаете? Что? Что? Ой! Андрей очнулся. Ну, слава богу. Вы как, Андрей? Все будет хорошо. Лиза! Андрей, очнулся! Очнулся! А я знал, что выживет! Он живучий мужик! Живучий! Зараза! Все будет хорошо! Ну что ж вы, Андрей Сергеевич, я же вам говорил не высовываться, а вы опять на рожон полезли. И вот результат. Остров сокровищ просто. Сражение. Мы бьем и раним, идем по грани, не поймем никак, что наш извечный враг просто отражение. День и ночь кого-то ждет маленький остров забытых людей. Если память сердце жжет свежим порезом.
Все готовы? Да. Альберт Николаевич! Ну, усы-то вобраться. Мы помним сцены, где вчерашний святой твердой рукой считал свои монеты. Была бы воля, были боли смыть большой водой и обрести покой здесь у края света. Кого-то ждет маленький остров забытых людей. Если память сердца жжет свежим порезом, тут тебя ответ найдет в шепоте вещих печальных дождей. Почему ты здесь? И кто ты здесь? Спасите! Помогите! Люди!